Композиция «Гороховская мельница» – такую достопримечательность решили сделать в Бердске. Установить новую композицию предлагают в парке культуры и отдыха. К юбилейной дате 305-летию Бердска, которая будет отмечаться в этом году, предлагается в городском парке культуры и отдыха создать новую достопримечательность – экспозицию «Гороховская мельница». Более 150 лет назад Бердск прославился по всей России как крупный производитель муки. И все это благодаря мельнице купца Горохова, человека, который внес значимый вклад не только в экономическое, но и в культурное развитие нашего города. Проект создание экспозиции, увековечивающей память о Владимире Горохове, участник всероссийского конкурса «Культурный след». Для того, чтобы проект «Гороховская мельница» рассмотрела экспертная комиссия, он до 20 марта должен набрать не менее 100 голосов. Проголосовать можно на сайте конкурса «Культурный след», зайдя в раздел «Проекты». Создать памятный объект предполагается на центральной аллее городского парка. Это будет барельеф с изображением купца Горохова на фоне мельницы. Просканировав нанесенный на барельефе QR-код, можно будет посмотреть фильм о выдающейся исторической личности.